Як відомо, у природи нема дрянного надвор'я, однак учорашній сніжний подарунок уніс певні корективи у працю многих службов. Так, напередодні було зовсім не до відпочинку супрацовникам МНС і енергетикам. Моцні снігопади у минулі вихідні покинули без електричності жихаров 91 населеного пункту Гомельської області. При цьому усі відключення електроенергії у Гомельській області ліквідовані оперативно. Свій відбиток у прямому сенсі надвор'я наклала і на некоторі автомобілі. За моцних поривів вітру і снігопадів так само зафіксовані випадки падіння дерев. Були пошкоджены 13 легковых автомобилей. На счастье, потерпелых нема. Работниками МЧС из-за отключения электроэнергии в трех районах области оказывалась помощь передвижными дизель-генераторами. Извлечено из снежных заносов 3 автобуса и 2 автомобиля. Из кюветов извлечено 9 автомашин. Также 4 раза выезжали на распиловку упавших деревьев и освобождению проезжей части в Гомельском, Речицком и Мозырском районах. Супрацовники областной держводоинспекции напередодні так само несли службу в взмоцненном режиме. У совязи со складанными снежными умовами на территории региона был введен план надворья. Супрацовники ДАИ оказывали допомогу водителям, которые трапили в тяжкую ситуацию на дороге. У когось замерз автомобиль, комусь наогул треба было вытягнуть автотранспорт с кювета. Напередодні было зафиксовано больше як 20 фактов оказания подобной допомоги. У целом же за минулые сутки на территории Гомельской области было зарегистровано 50 дорожно-транспортных здарений, 18 из них отбыли у Гомелі. По большості своєї основної причини учорашніх ДТЗ стало невиконання дистанції і хуткісного режиму. Не учитывали тот факт, что на скользкой дороге тормозной путь автомобиля увеличивается. В связи с этим происходило массовое, скажем так, количество дорожно-транспортных происшествий, связанных со столкновением. Ввиду этого, конечно, хотелось бы обратить внимание водителей, что при торможении учитывайте то, что тормозной путь будет намного дольше, чем это бывает в летний период. Поэтому учитывайте данный факт, ну и, конечно же, соблюдайте скоростной режим, не превышая скорость. Безумовные коммунальные службы не застались у боку от наступства снегопаду. Боротьбу со снежным покровом они распочали еще учора, а сегодня с допомогой спецсродков и спецтранспорту протягнули эту отказную справу. До речи, складанные умовы на дворе на территорию Гомельской области принес циклон, який пришел до нас с боку соседней Украины. По даденных Гомель облгидромета, колькость опадков, яка напередодні выпала у регионе, часом доходила до 1,5 декадных нормов. Найбольшая лишба у 18 мм зафиксована у Гомеля и Мазыры. Что тычется областного центра, такая колькость опадков на аналогичную дату 4 лютого, а пошний раз тут назиралось ровно 70 годов тому. Те треба шакать капризов на дворе у ближайшие дни, мы доведались о Гомель облгидромете. На текущей неделе сильных осадков не ожидается. Они будут носить в основном кратковременный характер. Это будет снег, мокрый снег. Первая половина недели будет холоднее. При прояснениях, возможно, по территории области усиление морозов до 15 градусов. А во второй половине недели температурный фон несколько понизится, но все равно ожидается морозная погода. Ночью температуры составят до минус 5, минус 10, местами минус 12. Ну а днем в отдельные дни возможен слабый плюс от минус 4 до плюс 1 градуса. Вероника Ворошилина, Ганна Ковалева, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель».